Директор школы – ключевая фигура в российском образовании. Современный директор – это опытный педагог и эффективный управленец. Он определяет успешность реализации происходящих в этой сфере изменений, и потому для него очень важно идти в ногу с возрастающими требованиями. В Славянском районе этому уделяется большое внимание. Компетентность, коммуникабельность, смелость в принятии решений, способность творчески решать проблемы и внимательное отношение к подчиненным – вот основные качества, которые характеризуют руководителя образовательного учреждения. Именно такие директора школ в нашем муниципалитете. Они стараются преодолевать стереотипы и находить нетрадиционные пути решения стоящих перед школой задач, а также создавать и использовать инновационные управленческие технологии. Своим личным примером они вдохновляют педагогические коллективы. Об этом шла речь на муниципальном этапе конкурса «Директор года», проведенном в 12-й школе. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко приветствовал участников конкурса, отметив, что это важный этап в их профессиональном развитии. Пройдет время и для участников нашего сегодняшнего конкурса, и те испытания, к которым вы готовились, и сегодня готовы будете в них поучаствовать, конечно, вы потом будете вспоминать с определенным уже чувством того, что это прошло. Но поверьте, для вас это серьезное испытание, для вас это серьезная задача. И я знаю, как готовятся к конкурсам. Все желают, чтобы руководитель был лучшим. И мы уверены, что сегодня в нашем конкурсе победит самый лучший. Пожелаем нашим коллегам, они переживают, они сопричастны ко всем нашим педагогическим задачам и проблемам. Пожелаем им серьезного подхода к участию в сегодняшнем конкурсе. Мы уверены, что компетентное жюри выберет самого ответственного, самого серьезного руководителя. Конкурсанты соревновались в трех номинациях – малокомплектная школа, директор основной школы и директор средней школы. Серьезный подход и умение мыслить стратегически, работать на перспективу – характерно для руководителей всех учреждений образования. Школа – это особый мир детства, где должны быть созданы благоприятные условия для роста и развития детей. Моя форма успеха – это трудолюбие, ответственность, умение грамотно строить взаимоотношения и мой принцип – если ты что-то делаешь, то делай это хорошо. Правильно организованная школьная среда позволяет каждому ребенку найти занятия по душе, поверить в свои силы и способности. По итогам конкурса в номинации «Малокомплектная школа» победил Юрий Шалаев, директор 44-й школы. Лучшим директором основной школы признана директор 11-й школы Татьяна Стаценко. А в номинации «Директор средней школы» победителем стала директор 39-й школы Татьяна Кияшко. Решением жюри в региональном конкурсе «Директор школы Кубани» в 2023 году Славянский район представит директор 11-й школы хутора Маевского Татьяна Стаценко. Пожелаем ей успешного выступления. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».